Каруселей много-много. Прокачусь. Это все моя Анапа. Очень ей горжусь. Стихотворение «Моя Анапа, моя Кубань» Дарина Маширина написала сама. Девочка учится в 3-м классе. Начала увлекаться поэзией еще до школы. Говорит, что ее любимые темы – природа и животные. Дарина уже участвовала в международном интернет-конкурсе, где ей вручили благодарственное письмо. Читать люблю, очень сильно люблю читать. Я первое стихотворение написала в 5 лет, и мне очень это как бы понравилось играть в игру «Рифмы». Вот я в нее играла, и потом уже как-то начали появляться стихотворения. «Подснежник 2017» – весенний детский литературный конкурс. Он посвящен 80-летию образования Краснодарского края. Творчество ребят оценивали анапские писатели и поэты. У Татьяны Усковой уже издано 9 книг, 4 из которых детские. Очень много одаренных, талантливых ребят. У них неплохие стихи, и главное, со смыслом. Они волнуются о своем городе, они его любят, задумываются о войне. В общем, серьезные ребята, молодцы. Мы развиваем творчество детей, даем им в течение года общаться. И они приходят сюда к нам в литературный клуб заниматься. И вот это итог их работы за полгода. Из 30 участников были выбраны лучшие чтецы в 6 номинациях. Победителям вручили грамоты и памятные призы. Следующий конкурс юных чтецов пройдет осенью.